Здравствуйте, друзья! Сегодня я намерен приготовить на супермангале борщ. Но для того, чтобы это сделать, мне необходимо супермангал укомплектовать таким образом, чтобы превратить его в садовую печь. И я намерен показать сейчас, как я это делаю. Для начала убираем вот этот мангал с крышкой. Мангал с крышкой снятый. Осталась камера сгорания. Берем вот здесь, у меня на крючках висит чугунная плита. Устанавливаю ее таким вот образом. Беру вот такой вот дефлектор, который будет направлять дым и огонь в сторону, вот сюда в просвет. Сюда вот так вот. Делаем вот так вот. Сюда вот ложим импровизированную конфорку. Все, минутное дело. И сейчас у нас супермангал превратился в садовую печь с двумя конфорками. Понятное дело, что здесь будет гореть огонь. Отсюда будет выходить дым, потому как нам не всегда нам надо, чтобы пепел и дым попадал в готовое блюдо. Работаем, приступаем. Вот так вот все выглядит в действии.